Получается, что все главные интересные события в мире джиу-джитсу происходят в выходные. Какой у нас спорт? Спорт выходного дня. Гранд-слэм в Лондоне. Суперсхватка Роберто Хименеса против Лукаса Халка Барбоса. Антон Дмитраков на Копа-подио. Битва поколений в Москве. Об этом и о том, что ждать в самое ближайшее время в сегодняшнем выпуске новостей. БЖЖ новостей. BJJ News. Займите на шоу-руму. Что вы меня снимаете? Я не хотел это начинать, это он начал.